на побережье около Анкориджа, в парке Кинкейд, выбросился кит. Но он уже несколько дней пролежал, так как он погиб и начал разлагаться. Тут очень своеобразный запах, конечно, такой, но народ все равно идет, хочется посмотреть, какой он огромный. И вот для сравнения сейчас сниму издалека, чтобы видно было люди и кит. Вот издалека. Его уже потихонечку начали резать на кусочки, чтобы убрать отсюда. Вообще говорят, что киты самоубийцы, но я так больше склонна думать, что не самоубийцы, а попадая на мель, они пытаются выбраться и путаются, и забираются еще на большую мель. А потом отлив, и они погибают. Найти не успевают их, чтобы спасти. Да и как такую махину спасти? Даже если найдешь вовремя. Вот такой огромный кит. Мы специально сегодня приехали погулять по парку и посмотреть вживую на кита. Вот здесь вот его уже разбирают, там видно. Ну, не очень, конечно, презентабельная внешность. Но вот такой огромный зато. С другой стороны, там уже как бы внутренности. Сейчас пойду, обойду, покажу вам. И вот куча-куча народу. Так вот, если видно, не знаю. Снимаю на солнышко. И народ идет. Дорога такая по камушкам. Еле-еле дотепала. О, с этой стороны запах вообще надо передать. Ну вот. Вот так вот его уже разбирают и потихонечку вывозят. Вот его огородили. И вот здесь вот так вот кусочками уже порезали. И вывозят, чтобы он на берегу не пропадал. Вот так вот. Ну и покажу заодно побережье. День тепленький. Но здесь ветерочек, и мы дополнительные набросили на себя кое-что. Вот они, частицы. Всякие. Жаль, что мы не успели прийти вовремя, когда кит еще был в нормальном состоянии. Никогда в жизни не видела близко кита. Ну вот, пришлось увидеть в таком состоянии пока что. Жалко, конечно, что они так погибают. Ну вот, хотя бы можно разглядеть. Вот такая вот. С этой стороны не так сильно пахнет. Не знаю, солнышко в объектив, может быть, не так хорошо и видно. Ну и заодно покажу опять у вас отлив, сильный очень отлив. И вот видно, вода далеко-далеко. Еще дальше, чем в прошлый раз я показывала. Уже начались туманы, значит, скоро будет снег. Но вообще говорят, что в это время уже снег лежит обычно. Но мы приехали, и здесь так хорошо. Каждый день прям весной пахнет, а не зимой. Очень хорошо. А вон там уже поблескивают окна домов. Это Анкоридж. И вот тут вот мы на берегу. Вот по такой горочке мы спустились. Правда, спускались. Там специальный спуск, есть ступенечки. И потом вот так вот по бережку, по камушкам. О, о.
развлечение покататься с горки. Дождик как бы недавно прошел, и там так скользко, такая глинистая какая-то такая вот смесь. Мы шли, я думала, ноги могут подскользнуться, можно улететь, потому что там реально такой обрыв. Ну, деревья. Не пролетишь далеко, зацепишься. Ну вот, собственно говоря, хотела показать вам кита. Думала, он получше все-таки, в лучшем состоянии, но что показали, то показали. Вот так вот. Ну, зато посмотрели, какой красивый у нас отлив. Вон самолет летит на посадку. Здесь еще недалеко рядом аэропорт. Еще раз покажу. Вот он, какой огромный кит. Но говорят, небольшой это. Бывает больше. Люди идут живым потоком. И туда, и обратно. Было маленькое объявление про кита. И вот несколько дней уже вот так вот. Мы вчера хотели поехать, но уже было поздно. А тут мы в одном парке гуляли недавно. И прям к воде вот так подходили. Я фотки сбрасывала в Одноклассники. И видео кто-то выложил на этом же месте, где мы были. А медведь, людоед гулял. Так что лучше всего ходить тогда, когда много людей, и поздно вечером не гулять в таких местах. Ну вот, часть народа уже пошла обратно. Это те, которые с нами приходили. Ну вот, идут новенькие. А когда поднимались, люди говорили, что там невероятный запах. Запах, говорит, ужасный. Но, если честно, смотря где стоишь. В одном направлении ветер дует и уносит. В другом направлении, конечно, запах. Ну, не такой уж ужасный. Пахнет вот такой, не знаю, вяленой какой-то рыбой, которая так вот, ну, долго-долго полежала, про нее забыли. И мы сюда так добирались, по ступенечкам спускались. Здесь видно, какой берег, ну, такой вот склон очень резкий, но там есть ступенечки такие, деревом отделанные. Вот мы шли по ним, по этим ступенечкам. По этим камушкам ноги так разъезжаются. Мы спустились вон туда ниже, там крупные, ну тогда ноги подворачиваться начинают. Люди шли сплошным потоком туда. Я ой, собака побежала. Есть это, люди кричат. Собаки вообще не трогали, а это побежала туда, прям начала все там хватать. Хозяин оттаскивал. Ну, вот так вот. Вот вы видите, какая красота там. Горы. У нас туманы начались. Скоро снег выпадет. Но вообще народ говорит, что в это время уже снег лежит. Ну, вот мы приехали, тепло привезли. И специально, чтобы мы все парки обошли. Так вот, теплая погода. И она прям такая хорошая. Так вот прям аж весной пахнет. Так красиво. И вот у нас
солнышко заходит. Но люди еще идут. Правда, мы когда шли, сплошной поток туда, сплошной обратно. А сейчас прям так единицы. Ну, нам, наверное, тоже надо уже собираться. Ой, это как раз та собачка, которая повалялась там. К нам на пропас. Ой, все одни шарахаются. Как раз приехали, и тут закат, закат. Я могу снять закат. Солнышко прям садится, садится быстро. Вот, красота какая. А вода вот далеко-далеко. Все вот, что здесь, это грязь. Здесь камни, а там уже пошла грязь. Отлив сильный очень. И вот я снимаю закат. Красотища. Теплынь. Аляска. И вот розовые горы. В свете заходящего солнца прям розовый, розовый. Не знаю, передаст камера, нет. Но розовые такие горы. Очень красиво. И вот было прям солнышко, и оно так резко начало садиться. И прям темнеет, прям такая опускается темнота. Ну и вот развлечения, вот так вот развлекаются. Дети, мы когда шли, здесь видели. Но здесь вот еще камень. Дети спускались, там какая-то такая, ну здесь глины нет, а такая какая-то, ну все равно глинистая какая-то земля. И они на этой горке катаются, все грязные. Ну не знаю, как мы поедем. Ага, Эля уже побегала, полные ботинки или камни. Эля, знаешь, куда играть? Вот оттуда. До самого верха? Нет. До самого верха Эля сказала, что она не может. Ясно, ну там тяжело взобраться, конечно. Нет, там легко забраться, Эля просто Эля ноги болели. А-а-а. Ну камни попали. Да, камни попали. А я ловкая, у меня есть разрывание. Да, ловкая, конечно. Я хочу забраться. Да. Самолет летит. Ну все, последний раз сниму вот этот вид и вид на гору. Очень приятно. Вас как зовут? Меня Катя. О, вы снимаете? Да. Извиняюсь. Меня Елена. Елена, очень приятно. Вы откуда? Я сама из Нью-Йорка. Мы приехали сюда 2 года назад. Очень приятно познакомиться. Да. Мы с Волгограда, и мы 2 месяца всего здесь. 2 месяца, но вообще в США. Сюда, да? Да, да. Как вам тут нравится? Нам нравится. Да. Очень красиво. Ладно, ребята, я с вами прощаюсь. Пока-пока всем.